Ты ругаться научилась. Старости лет. Получила. А у нас дома еще собачка появилась временно, гость. На передержке. Да, Йоркшир. Вся теща меня убеждала, что ты ж утром должен с ней гулять обязательно. Нет. И вы представляете, ну как, это режим течки получается. В сторонке, где-нибудь, с этой маленькой шапкой. Она ж не приученная к компании. Ну, естественно.